озвучил Док. Если вы тоже хотите озвучивать, пишите мне личные сообщения. Сакура. Я хочу пойти с тобой. Почему ты хочешь пойти со мной? Что ты задумала? У меня нет никаких намерений. Когда ты покинул деревню, я жалела, что не ушла с тобой. Я сделаю все, что ты захочешь. Я больше не хочу ни о чем жалеть. Ты знаешь, что я собираюсь делать? Мне все равно. Я последую любому приказу уничтожить Куноху. Это моя цель. Ты действительно хочешь предать Куноху ради меня? Да. Я сделаю это. Тогда докажи. Убей ее, и я приму твое предложение. Кто она? Один из членов моей организации Ястреб. Как ты можешь видеть, она бесполезна сейчас. Тем более... Ты же не медик, так ведь, Сакура? Все будет превосходно, и ты сможешь занять ее место. Как бессердечно. Он больше не прежний Саски. Он абсолютно другой. Итак... Ты сможешь сделать это, Сакура? Она не виновата. Если я не остановлю ее сейчас же, и все закончится. Ты правда хотела убить ее? Ты так низко пал, Саске. А они все прибывают. Ты ведь пыталась убить Саске сама, не так ли, Сакура? Нет смысла в том, чтобы ты несла весь этот груз сама. Как капитан команды номер 7, я беру ответственность за развал команды на себя. Сакура, в этот раз я сказал то, что не должен был говорить. Не расстраивайся. Скоро все вернется, как было раньше. Наверное, я пытался убедить себя в этом себя. Я прошу прощения. Я оказался для вас плохим учителем. Нет, вы... Саске, я не люблю повторять свои слова, но повторю это в последний раз. Перестань быть одержим местью. Верни Итачи. И мою мать. И моего отца. И мой клан. Верни их назад. Тогда я остановлюсь. Я не хочу убивать тебя. Оу, ты действительно думаешь, что сможешь вести меня куда захочешь? Прекрати вести себя, как будто ты мой учитель. Теперь времена давно пришли.
Я очень сильно хочу убить тебя. И я очень хочу попробовать эту какаши. Мадара так сильно на него повлиял. Возьми эту девушку и стабилизируй ее состояние, пока она не сможет говорить. Время еще есть. Она может много знать о нашем враге. А вы, сенсей? Сакура. Сакура. Возьми эту девушку и уходи отсюда. Какаши, сенсей. Я смотрю на это с той же решительностью и твердостью, что и ты. Это моя работа, в конце концов. А сейчас уходи, Сакура. Неважно, как низко он пал. Третий всегда относился с привязанностью к Оричимару. Я думаю, теперь я знаю, что он пережил за эти годы. Хорошо, тогда он с третьим будет о чем поболтать, когда ты отправишься за ним. Слушай меня. Шаринган — это символ клана Учиха. И такой неудачник, как ты, не имеет права хвастаться таким глазом. Огненные он развил эту технику до предела. Невероятно, его сила так возросла. Нужно принять стойку. Стиль воды, водяной выход. Чидори! Райкири! Какаши-сенсей! Вы в порядке? Позвольте вам помочь. Нет, Сакура, оставайся там. Я должен увести ставки подачи от Сакуры.
Если он не убьет меня, всей земли, грязевой дракон. Еще один. Ты разочаровал меня. Саски. Какаши, Сусану я стал намного сильнее. Я разберусь с ним сама, Какаши-сенсей. В следующий раз, воссоединение команды номер 7, часть 2.